Ребят, всем привет, с вами Артём, играем игру мы симулятор скорой помощи. Продолжаем прохождение. Так, а мы в прошлой серии что мы улучшили? Ах, да. Блин. Ну-ка. Да, не работает, все, зашибись. Берем заказ. Как заказ? Вызов. И несемся на него. Так, я что-то добавлю звук. Хотел вчера два видео записать, но что-то как-то подустал от одного и решил второй не записывать. Угу. Так. Ну и плюс второе видео долго загружалось на YouTube. Как бы вот. Сегодня, скорее всего, тоже будет одно видео. Поэтому прошу меня сильно не критиковать. Так. Летим. Так. Несемся на всех парах. Главное не забыть то, что ближайшие полицейские имеют физику. Да уж, еще 2 кило. Вот этого я не ожидал, даже не заметил. Такс. Давайте-ка с мигалками прокатимся. Такс. Блин, тут в конце туннеля лежащие полицейские. Они просто дико раздражают. Хоть их вот так вот проезжай. Мне все-таки с мигалками это по мозгам не бьет очень сильно, ребят. Я надеюсь, вам за кадром телевизор не мешает. Так, затормаживаемся. И на следующий вызов катимся. Езжай, скоро. Верю в тебя. Так. Достижение какое-то. Ух ты. Новый уровень. Так с чего бы это, блин, вдруг? Такс. Такс. Летим. Жалко нет ручника. Сейчас сижу одним ухом, слушаю телек, понимаю то, что пропаганда России, Америки вообще раз обсуждает то, что происходит в мире. Я как-то особо в эту политику не вмешиваюсь. Мне вообще пофигу на это все. А мы прямо тут прокатимся, я знаю, что тоже есть дорога прямо. Блин, топливо что-то очень быстро расходуется. Мне это не нравится. Такс. Такс. По-моему, так быстро топливо еще ни разу не расходовалось. Полбака за 5 минут. Как-то странно.
Очень даже странно. Сейчас обсуждают Третьего Рейха. Это вообще прикол. Ну, по факту, когда я слышу вообще фразу Третий Рейх, я вспоминаю своего коллегу, поскольку у меня у коллеги на работе есть фамилия Рейх. Ну, конечно, над ним не издеваемся, не прикалываемся никак. Поскольку, блин, ну, блин, я тут не пролезу. Потому что, блин, ну, фамилия как фамилия, чего там такого. У меня фамилия тоже не лучше. Ну, правда, вы мою фамилию вряд ли когда-нибудь узнаете. Хотя желающие всегда добьются своего. Так что вот. Блин. А чё не заедем? Давай. Блин, долго возвращается руль. Очень долго возвращался руль. Так, и на следующий вызов. Так, ну, все по времени. Если видео будет короткое, то мы то заправимся и еще раз пойдем на вызов, скатаемся. Чё, к чему так делать было надо? Такс. Такс. Ну, так посмотрел по играм, ну, что мне снимать, даже если по 2 видео в день, ну, как минимум на полгода у меня видос, что снимать есть уже. А то обычно бывает такое, то, что снимать нечего. Ну и желания нету, поскольку снимать нечего. MMORPG как-то снимать мне неохота. Поскольку там это онлайн-игры, там попадаются разные люди нехорошие, которые матерятся и так далее. А выключать голосовой чат я не люблю, поскольку иногда там полезно сообщают. Занесло. Да, я, пожалуй, еще дозаправлюсь. Буду сейчас на базе. И мы продолжим кататься. Такс. Такс. Все, летим. Такс. Оттормаживаемся. Такс. 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 Да, ребят, все, сейчас мы заправимся. Так, все. Дозаправка сделана. И едем дальше с мигалками работать. Так, все. Новое достижение. Прикольно.
Такс. Немного тронули, но ничего страшного. Такс. Оттормаживаемся. Блин. Такс. Разворот. Блин, я спутал, что тут каналы. Ух ты, пух ты. Блин, были бы мы на буханке, мы перевернулись уже бы. Блин, жопы цепанулись все-таки его. Такс. Вот так вот. Ух ты, сейчас сижу, но все-таки одним краем уха слушаю телек и просто слышу то, что в Латвии говорят то, что в России только одна пропаганда. Прикольно. Ну, я люблю иногда сидеть на YouTube, в ТикТоке. И просто часто натыкаюсь на украинских видеоблогеров и так далее. И украинских, ну, раньше был подписан на украинских тиктокеров после того, как они заблокировали, ну, свои страницы удалили, в тиктоке видео поудаляли, я от них отписался, потому что смысла я не видел. Хоть они и снимали хороший контент, но если они плохо отзываются о стране, в которой я родился и вырос, блин, ребят, сори. Любой адекватный человек тоже от вас отпишется. Пусть нафиг вы кому такие нужны. Да, я понимаю, да, у меня есть знакомые. Мы, кто живет на Украине, чей дом это Украина. Но они все равно говорят, типа, то, что, ну, блин, Украина сама в этом всем виновата. Точнее, Зеленский вот во всем виноват. Он добился такого. Такс. А мы вот так вот развернемся. И газ в пол. Такс. Накатом, накатом. Да, бензин очень быстро тратится почему-то. Так. Да. Ух ты, что? Так, экстренный вызов. Ну, куда же он у нас? 6-5 километров осталось. Блин, немного разучился уже играть. Так, там чуть собака на заднем фоне разгавкалась. Ребят, прошу прощения, с вами не слышно. Наверное, какая-то кошка или бродящая собака мимо пробегает. Но это, наверное, под него такой шум. Он, конечно, не вовремя. Такс. Сюда. Тут мы тоже проехать сможем. Да, так и знал. Вообще, по этой дороге было бы быстрее сюда доехать. Здесь не надо делать 200 поворотов и так далее. В основном по прямой. Вот разве что вот тут только повороты, все. И вот мы на базе.
Блин, что это сейчас было? Мне в жопу влетело, кто или кто там. Так. Давайте по нас вызов с мигалками прокатимся. Хотя. Опорники. Опять врезались, блин. Сегодня точно не мой день. И собака разгавкалась. Я еще не выспался. Ух ты, пух ты. Нифига нас вынесло. Собака разгавкалась, мне вот это интересно. Такс. Такс, вот там. Почти полбака потратили. Такс. Поехали, поехали, поехали. Все, петельку в пол. Ух, ё-моё. Такого удара не ожидал. Что-то я отвык уже от этой игры, ребят. Хотя буквально вот вчера записал по ней видео. Такс. Чуть не могу сосредоточиться на дороге. Такс. Постоянно отвлекаюсь на топливо и на время. Такс. Смотрю, чтобы видео не прекратило запись. Резко, и тормоза еще не прожимаются плохо. Так, сюда. И летим на всех парах. Да давайте-ка сейчас съездим машинку. Машину. Сейчас еще один вызов. Или нет. Давайте, нет, машину мыть, пожалуй, в этом видео тоже мы не будем. Давайте попробуем за это видео набить 5000 монеток. Такс. Такс. Такс, на красном поехал. Чувак. Такс. Блин. Угу, а я тут не пролезу. Думал, между этим кирпичным забором и столбом пролезу, нифига подобного. Такс. Взбили чувака. Больного. Но он в воздухе что-то сидел. Так, и педальку в пол. Ничего, собака развалилась, я этого понять не могу. Такс. Сюда и в пол. Такс.
Получается, еще на один вызов топлива хватит буквально. Блин. Хотя бы еще на два. Ну еще на один, кроме этого бы. Хотел было бы шикарно. Такс. Сюда. Сюда. Такс. В пол. Такс. Летим быстрее на базу. Кстати, трафик сегодня меньше, как-то тупит, но что мы с вами больше. Еще на один вызов точно топлива хватит. На последний. Надеюсь, то, что хватит. Летим. Прямо. Такс. Такс. Сейчас разворот, бегом на базу. Чувак упал с гироскутера. Даже игра предупреждает, что это очень опасная игрушка. Такс. Такс. Все, ребят, приехали. Окей. 2800. Так, ну 2700 осталось. Смотрим. 5000. Движок. 2800. 4. Угу. Галкин. Что-то немного забаговалось. Да, и на галке 5000. А мы трубу меняли? Да. Так. Ну-ка, давайте-ка еще колеса поменяем. Сам вход поставим. Ух ты, нет. 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 Вот, вот такие неплохие. Вот такую модификацию мы сделаем. Ну а с вами был Артём, подписывайтесь, ставьте лайки, всем удачи, всем пока.